У меня в руках простой кусочек чаги. Здесь я сделал ребро на сухой елке. 90 градусов у него примерный угол. Дерево сухое, чага относительно сухая. Разжигаем костер трением. Пошел уголек. В месте, где мы терли, сейчас немножко раздуем его. Он не потухнет и будет леть, пока полностью не выгорит. Ну а теперь нам надо взять бересты. То есть он будет леть очень-очень долго. И нам остается, в принципе, только теперь при помощи бересты добыть огонь. Прикладываем бересту сюда и начинаем потихоньку раздувать. С вами был канал Лесные, меня зовут Алексей. Если вам было интересно, поделитесь этим видео. Если было очень интересно, подписывайтесь на канал. Будет обязательно еще много всего интересного, в том числе эксперименты с чагой. Спасибо всем за внимание. Пока!